Аня, тебе нужно срочно с кем-нибудь познакомиться. Катя, я не хочу срочно с кем-нибудь. Это мой принц. Да я знаю все твои принципы. Давай я познакомлю тебя со своим братом. Мы выдвинули ее название «Лучший учитель года». Привет, сестренка. Димка, выручай. Ты сегодня свободен? Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Нет, сегодня занят. А что случилось? У моей лучшей подруги сильнейший стресс. Катя! Вот когда ты меня просишь, я всегда хорошо, делаю... Хорошо, я возьму ее с собой, окей? Шампанское не надо бы. Почему? Даже ты уехала. Ань, что случилось? Я ничего не помню. А он говорил, 5 капель, 5 капель. Кто говорил? Дима. А где он? В тюрьме. Это программа «Розыгрыш». Вы Валдис? Я Кувалдис. Он тоже выпил мне назло. Тут ступенька. Ты что, из ансамбля? Да, бля, из ансамбля. Он такой красивый. Он настоящий, понимаешь? Я даже в диком бреду не мог представить, на что способна учительница русского языка. Тормози, документики ваши. Давай поговорим, как мужчина с мужчиной. Давай. Не надо. Боря, привет. Давай в другой раз. Ты сегодня переезжаешь ко мне, и мы женимся. Я ее потерял, я ее и верну. Видишь? Пригодилась! Я не твоя вещь, а ты не мой хозяин. У меня был шанс, а я его упустил. А может, я, конечно, и не Уилл Смит, но это работа.